ноября упрощается процесс получения соцпомощи. Порядка 30 региональных выплат теперь будут перечисляться напрямую из бюджета на карту МИР. Сюда входят стипендии сиротам, компенсации на аренду жилья, расходы на ЖКХ и многое другое. Получателю необходимо указать лишь номер карты. Банк автоматически проверяет, действительно ли она и принадлежит ли получателю выплаты. Первые пособия по новой системе придут уже в ноябре. Также с 1 ноября мобилизованные граждане будут получать ежемесячное денежное довольствие в размере не менее 195 тысяч рублей. В октябре, кстати, мобилизованных граждан и их семьи освободили от начисления пеней по просроченным долгам за ЖКУ и взносам за капремонт. Эта мера действует до прекращения контракта.